может быть скучнее обычного оцинкованного ведра? Я вам покажу, как сделать красивейший предмет интерьера. Для начала мы берем наждачную бумагу и обезжирим ведро. Это нужно для того, чтобы краска хорошо схватилась. Красить ведро мы будем белой акриловой краской. Это будет основа под рисунок. Краски на водной основе удобны тем, что они не требуют растворителя. Их можно просто смыть водой. Выбираем салфетку с цветочным рисунком. Я снимаю верхний слой салфетки. Сухая салфетка может сморщиться, поэтому мы ее смочим водой и растянем. Теперь мы наносим клей ПВА, но не на салфетку, а на ведро. Все, можем клеить рисунок. Файлик нам очень в этом поможет. И вот таким вот образом приклеить наш рисунок. Так, теперь аккуратно снимаем файлик. Могут быть и погрешности, но мы их обязательно исправим. Дадим рисунку высохнуть. Точно таким же образом мы украсили другую сторону ведра. А теперь обе стороны мы покроем лаком. Битумная патина поможет нам визуально состарить ведро. Наносим ее хаотично. Теперь я развожу акрил с водой и брызгаю на ведро. Для того, чтобы состарить еще чуть-чуть. Осталось закрепить наш рисунок слоем лака. Он у нас матовый. Через 15-20 минут лак высохнет. И все, мы справились. Отпустите фантазию в полет.